Всем привет, это канал Бакуган Интерспейс. Сегодня у нас будет вот такой вот наборчик Бакуган Armored Alliance. То есть это набор с Бакугиром, как вы видите. И тут у нас один из главных Бакуганов этого сезона. Это Бакуган Дэна, Джилотер или же Гилотер, если русифицировать, наверное, так. И вообще это крокодил, да? Аллигатор, по сути. Давайте, в общем, посмотрим на упаковочку. Тут у нас изображение этого Бакугана. Здесь он в раскрытом состоянии, и как мы видим, он полупрозрачный. Это уже интересно, вроде я таких вам не показывал. Дальше вот его Бакугир и дополнительные части. Потом сзади вот он в раскрытом состоянии. В комплект у нас, как обычно, это две карты, два Бакукора, а также все остальное, как всегда. Давайте открывать упаковочку. Опа, опа. И у нас внутри, конечно, карточки, потом соты и бакуган. Вот это мы откладываем в сторону. Давайте посмотрим вначале на соты, раз они уж выпали удобно. Итак, плюс 300 би, плюс 3 атаки, это хиликс. И щит плюс 250 би. И Бакугир минус 1 энергия к стоимости. Вот такие вот Бакукоры. Неплохие, в принципе. Нормально. Можно где-нибудь их использовать. Но есть варианты и получше. Итак, я открываю карточки теперь. Здесь у нас буклетик с правилами игры. Дальше буклетик по сборке Бакугана. И карточки. Карта способности первая. Вот такая вот. Burn Cutter, по-моему, она уже попадалась нам где-то. Мы ее видели точно в каком-то наборе. Либо я что-то путаю. Ну, в общем, да, тут, как видите, дополнительная способность. Это щит, который блокирует действие атаки на одну единицу. И также, вот они показатели карты. 100 би, 5 атаки за 3 энергии. Ну, такое себе, если честно. Мне кажется, вот за 2 энергии было бы получше. Так, дальше карточка Джилотер Ультра. Это 400 би и 6 атаки. И посмотрите, арт классный. Мне очень нравится этот Бакуган. Он выглядит, по-моему, очень круто. Я бы хотел его не прозрачным, потому что мне кажется, прозрачный Бакуган, но это что-то не то. Но, тем не менее, сейчас мы на него посмотрим. Итак, полупрозрачный Джилотер. Давайте посмотрим на него повнимательнее. Во-первых, какая же все-таки крутая у него сфера. Я уверен, вы согласитесь. Только чего стоит вот этот вот панцирь. Мне очень нравится, как он вот так вот до хвоста прям выделяется линиями. Классный дизайн. Потом вот эти вот цвета. Вот эти вот еще линии с гравировками. Вот такие вот шипы. Видите, тут везде все очень детализировано. Если рассмотреть, то это можно очень долго делать. Потом стрелочка. И как видите, вот эта часть, она из непрозрачного пластика. И на ней как раз таки символ Пайруса. Очень крутая сфера, серьезно. Так, а магнит находится вот тут вот прям. Это хвост, получается, в хвосте у него магнит. Ну, блин, согласитесь, реально выглядит круто. Давайте откроем. Стоп, стоп, серьезно? Ты смотришь это видео и еще не поставил лайк? Как так вообще? Поставь его прямо сейчас. И давайте уже добьем 50 тысяч подписчиков. И это будет круто. Вообще, моя мечта 100 тысяч подписчиков, но я уверен, когда-нибудь мы и этого добьемся. А пока что подписывайтесь. Вот такой он в открытом состоянии. И да, он выглядит все равно круто. Мне прям нравится этот Бакуган. У него дополнительно открываются внутри задние ножки и снаружи передние. Кстати, да, вот 400 би, вы можете посмотреть. И теперь посмотрим нормально. Вот у него все открыто. К сожалению, рот у него не открывается, как у Трокса, но было бы прикольно. Вот такие вот прорисованные глаза зеленые. Так, дальше отверстие для Бакугира здесь. И еще сверху у него, естественно, крепление для основного Бакугира, да. Ну, блин, смотрите, как классно. Вот эти вот все элементы, это как шипы, которые находятся на обычном Джилотере. Вот эти вот шипы смотрятся круто. И, по-моему, да, похоже у них получилось, только по цветам какая-то странная
вариация, потому что зеленого на том Бакугане не так много, но это уже недостатки шоу, наверное. Блин, классно, особенно вот эти вот элементы мне вообще очень сильно нравятся. Теперь давайте посмотрим на Бакугир. Вот из чего состоит его Бакугир. Во-первых, это вот такие вот крылья огроменные, с шипами тоже. Видите, как у него есть на спине. Тут точно такие же, как в продолжении. Плюс значок Pyrus. И внутри мы видим еще какие-то элементы зеленого цвета под крыльями. Ну, блин, смотрится неплохо. В закрытом состоянии, конечно, нелепо немного. И вот такие вот еще есть пушки. Тоже неплохие. Прикольное дополнение, мне кажется, отдельно они выглядят даже прикольно. Итак, давайте это все нацепим. Во-первых, вот он с пушками. Смотрится классно. Вот спереди как будто фары. Итак, мы надеваем Бакугир. И вот так он смотрится, друзья. Это как дополнительные крылья к крокодилу. Да, это же крокодил. Блин. Ну, не знаю, не понимаю, почему именно их выбрали к этому Бакугану. Они, наверное, не очень походят, на мой взгляд. Только вот из-за этих шипов, да. Дальше. В открытом состоянии, видите, тут такие как будто провода и реакторы. А еще очень странно, тут вот краска черная. Некрасиво, конечно. Но, да, некоторые дефекты, конечно, бывают. Тем не менее, пушки подходят, а вот это вот выглядит странно, но тоже как бы сидит, ничего не скажешь. Но мне не особо нравится. Вы напишите свое мнение в комментариях. Бакугир складывается следующим образом. Поднимаем вот эту часть и закрываем два крыла. Все. А Бакуган уже посложнее. Мы убираем все дополнительные части. Задвигаем их внутрь. Дальше. Опускаем вот эту вот закрылку. Убираем голову. Вот эти вот передние лапки складываем. И заднюю часть прижимаем к туловищу. Вот она вся сфера. Итак, вот видос подошел к концу. Классный очень набор. Купил его на Озоне за 1300 рублей по скидке. Поэтому ищите там. Если вы уже нет в продаже, то можете посмотреть в детском мире. Ну а с вами был канал Bakugan Interspace. Всем удачи и всем пока.